Итак, всем зрителям, подписчикам канала Уральская усадьба привет. Сегодня рассказываем и показываем монтаж теплицы дачник шириной 3 метра, длиной 6 метров. Вот такая теплица получилась. А теперь смотрим, как это будет.
Теплица и готова. По комплектации по торцам у нас установлены разрезные двери форточки. Сама конструкция стоит на брусе 100 на 100. Брус пропитан антисептиком. Также установлены диагонали укосины. На арках приварен усилитель. Поликарбон использовали 4 мм. 0,7 плотности. Брус закреплен у нас к земле с помощью колышков. Часть бруса стоит на бетоне от старой теплицы. Часть на подставочках. Теплица простая, очень надежная. Не боится ни снега, ни дождя, ни сильного ветра. Будет стоять долго и прочно. Вот на этом все. Ставьте пальцы вверх. Надеюсь, вам понравилось то, что вы увидели. Задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.